По поручению первого замминистра ЖКХ Московской области Сергея Черепанова, руководство межрайонного Щелковского водоканала встречается с жителями Зеленоградского. Обсуждают функционирование канализационно-насосных станций и водозаборного узла на территории рабочего поселка. Поручение также дал глава Пушкинского Максим Красноцветов, согласно которому специалисты заменили насосное оборудование на обеих КНС и провели профилактические работы на ВЗУ. Произвели замену насосного оборудования на канализационно-насосной станции номер 23. Тем самым предотвратили дальнейшие изливы, которые здесь происходили на рельеф. И жители как раз подтвердили, что уже как только произвела замена, этих изливов уже стало как можно меньше. Для контроля оборудования два раза в день приезжает аварийная бригада. До конца года перед ресурсниками стоит задача установить шкафы управления и систему диспетчеризации и автоматизации. Это поможет быстро реагировать на все сбои в работе КНС. У нас задача стоит сделать полную реконструкцию этих сооружений, внести их в государственные программы по плану, проект следующий год. И если все сойдутся и сроки те проектирования пойдут, то даже, скорее всего, и мы будем к этому стремиться, чтобы уже к осени 2025 года уже начать реконструкцию. Сооружения будут полностью обследоваться. Если специалисты выявят, что состояние станции неудовлетворительное, то будет рассмотрен вопрос о сносе и строительстве. Во втором случае внутри будет произведен косметический ремонт и полностью обновлено оборудование. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа.